Готовим аппетитную и яркую по вкусу закуску – зеленые помидоры с орехами. Закуска в стиле грузинской кухни, слегка островатая, пикантная, помидоры выходят в меру кисло-сладкими, очень вкусными. Зеленые помидоры по структуре своей довольно плотные, именно поэтому они идеально подходят для этого рецепта. Мариновать помидоры лучше 6-8 часов, но и после они прекрасно могут стоять в холодильнике несколько дней и более. Такая закуска хорошо подходит к мясу. Помидоры зеленые, 6-8 штук. Орехи грецкие, 50 грамм. Лук, 50 грамм. Чеснок, 5 грамм. Масло растительное, 2-3 столовые ложек. Уксус 9-1 столовая ложка. Сахар, 0,5 столовые ложки. Зелень, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Острый перец, по вкусу. Количество порций, 3. Подготовьте ингредиенты. Острый перец используйте по вкусу. Помидоры ополосните и просушите, нарежьте небольшими дольками. Помидоры ополосните и просушите, нарежьте небольшими дольками. В чашу блендера переложите лук, орехи, чеснок и по желанию острый перец. Измельчите все на высоких оборотах. Добавьте в чашу масло, уксус и все специи. Снова взбейте и снимите пробу, отрегулируйте вкус заправки на свое усмотрение. Залейте заправкой помидоры, добавьте нарезанную зелень. Перемешайте и уберите в холод на 6-8 часов. Спустя время подавайте к столу. Приятного аппетита!